Длина трассы 5854 метра. Бригада из 50 дорожников и 15 катков и асфальтоукладчиков планомерно покрыла ее по всей длине трехслойным полотном толщиной 20 сантиметров. Благодаря современным технологиям покрытие обеспечит высокую степень сцепления колес болидов с профилем трассы. В покрытие будут вмонтированы специальные датчики, фиксирующие температуру асфальта, индукционные петли и оборудование для измерения скорости, позволяющие создать систему тайминга и статистики гонки. Поручено было губернатором Краснодарского края дорожникам выполнить эту работу. Многие как бы не верили. Трасса — это первый раз в нашей стране строилась, ну, на Кубани тем более. Значит, ну, в общем-то, все шло в графике. И именно сегодня у нас линейный график был окончания, в общем-то, укладки финишного слоя.